количество участников сегодня очень большое, как бы очень радует то, что приехало очень много ребят с разных округов. И женщины, и девочки, и мальчики, как бы очень много людей было, очень приятно. Соревнования проходили в 8 весовых категориях у мужчин и в 5 у женщин. Всего более 50 человек. Команду Витязевского округа возглавил сам глава сельского поселения Василий Апазиди. В весовой категории 100 килограммов он завоевал первое место. Спортивный интерес. Раньше занимался, сейчас занимаюсь. Личным примером хочу показать. Молодежь. Принимала участие активно и занималась спортом. По итогам личного первенства был произведен подсчет очков командного первенства. По итогам соревнований первые и второе места поделили команды Анапы и Виноградного сельского округа. На третьем месте спортсмены из Гастагаевского сельского округа.